знаешь, когда если ты был в Харькове, понимаешь, что это нереально, там оттуда съебать, ну как бы. Я не так особо расстраивалась. А сейчас я понимаю, что ты рядом, но еще больше я понимаю, что тут еще больше пиздец, чем там был, потому что считают целый день, блядь. Студентов забрали, их забрали, и на позициях, на которых не хватало, сейчас перекидывают, но которые на других. Это может быть и первый бат, и майорск, это все, что хочешь, может быть. И я вообще еще больше расстраиваюсь.